компрессор Black & Decker ASI 300QS. Готов к работе от прикуривателя в авто или от розетки в гараже. Автомобильный компрессор Black & Decker ASI 300QS поставляется в большой красочной коробке с богатым содержимым. Помимо самого компрессора и переходников для мечей и лодок, в комплекте вы получаете два варианта шнура питания. Дизайн и внешний вид автомобильного компрессора не сильно выделяется от других автомобильных аксессуаров Black & Decker. По размерам это типичный 2-килограммовый крепыш в пластиковом корпусе с аккуратными прорезиненными ножками снизу. Шланг подачи воздуха вынесен под откидной крышкой, сверху на корпусе. По бокам крышки есть вырезы для вывода шланга, а на конце расположен удобный быстросъемный фиксатор к ниппелю. Второй кабель под крышкой предназначен для питания компрессора от сети на 220 вольт. Модель ASI 300QS оснащена еще одним, уже съемным кабелем питания от бортовой 12-вольтовой сети автомобиля. Он подключается к задней стенке компрессора. Кабель в гнездо прикуривателя теоретически можно хранить в своем отсеке. На практике кабель держится там не лучшим образом, хотя в быту на это не обращаешь внимания. Все элементы управления компрессором размещены вокруг монохромного дисплея с подсветкой, размещенного сверху. Над дисплеем кнопка активации мотора компрессора, снизу регулировочные клавиши настройки отсечки по давлению и выбору единиц измерения. По характеристикам автомобильный компрессор Black & Decker ASI 300QS относится к моделям средней категории. Однопоршневой мотор обеспечивает производительность до 40 литров в минуту и предельное давление 11 атмосфер.